Гватемале 6 человек погибли в результате мощного извержения вулкана Мехико. 4 июня. РИА Новости. Мощное извержение вулкана Фуэго началось в небольшой центральноамериканской республике Гватемала. Погибли 6 человек, еще 20 ранены, сообщает Национальная служба по снижению последствий стихийных бедствий. Пепел выпал в 7 муниципалитетах, прилегающих к вулкану. Точка эвакуированы 2000 человек. Сальвадорский канал Noticias 4 Visión уточняет, что десятки человек считаются пропавшими без вести.